Гарлем Шейк по-карагандински из КРГТУ отчислили студентов за танец. Они сплясали популярность сейчас в сети Гарлем Шейк в стенах вуза и выложили ролик в интернет. Руководство вычислило затейников, и двое из них поплатились за выходку. Людмила Батюшкина с подробностями. Fight. Причиной скандала стал этот ролик. Руководство вуза быстро вычислило и удалило его с сайта. Инцидент разбирался на дисциплинарной комиссии. Инициатора съемок и того, кто выкладывал ролик в интернет, отчислили. Оба хорошо учились, причем по гранту на специальности профессиональное обучение. Теперь студенты смогут восстановиться на учебе, но только платно. На фоне нашего президента, значит, устраивают дикие оргии. Это правильно? Это вот у меня был к ним вот такой вопрос. Поэтому, конечно, нас глубоко возмутило то, что можно на вот эти дорогущие столы запрыгивать, значит, плясать на них. Особенно, конечно, вот эти вульгарные жесты, которые вы сейчас видели. Написали бы свой домашний адрес, фамилию, ради бога. Нет, вы пишете везде КРГТУ. Сегодня в вузе инциденту посвящено целое собрание. Преподаватели единодушны. Раз студенты нашкодили, должны ответить. Если бы танцы были сняты в спортзале и не на патриотическом фоне, подобного наказания не последовало бы. Я думаю, это сурово. По-любому это считается как Гарлем Шейк. Сейчас очень распространено везде, по всему миру практически. Это новый мейнстрим, можно так сказать. И думаю, можно было более, другое наказание придумать. Не убили же действительно никого. Ничто не сделать, не дрались. Залезли на столы, да, это серьезно. Но все равно можно как-то это исправить, но не слишком таким жестоким методом. Можешь полы помыть в постельке. Однако студенты политеха далеко не первые, кто поддался магии Гарлем Шейка. Танец появился в интернете 2 февраля и сразу полмира буквально ввел в истерию. Первую пародию на него сняли австралийцы. Сегодня в паутине уже несколько сотен подобных роликов. Гарлем Шейк считается первым интернет-мемом. К примеру, 15 золотодобытчиков из Австралии уволены и пожизненно лишены лицензии на добычу за то, что станцевали в руднике. Представителям ООН пришлось извиняться перед властями Кипра за танец военнослужащих на крыле и фюзеляже самолета. Из команды университета в Пенсильвании исключены 11 футболистов. Жители Свердловской области привлекли к суду за Гарлем Шейк на мемориале павшим воинам. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Дмитрий Полюдов, 5 канал.